Друзья, Казмунайгаз возле таможни. 206 тенге. Машин тоже много. В очереди стоим. По 80 литров. В общем, заправляют. Пока все нормально, сейчас будем потихонечку трогаться.
Друзья, вот приехали в Новосибирск. Вот ярче фирма. Документы сдали, ждем выгрузки. Все хорошо, друзья, встретили подписчиков. Брат, если смотришь это видео, вам огромный салам. 95-й DAF. Все, друзья, они тоже выгрузились. Поехали в Новосибирск, ой, в Томск за досками. Видите, друзья, подписчиков встречаем. Спасибо им большое, что здороваются, что узнают. Очень хорошее, очень приятное ощущение, друзья. Все, поехали. А вот наша ласточка. Сейчас, друзья, попробуем снять наших подписчиков. Вот так, пошли. Давайте, братья. Все, поехали. Красавчики. Надеюсь, в Томске увидимся. Сейчас, смотря как, выгрузимся. Дай бог, все нормально будет. Выгрузимся, поедем в Томск. Вот такие дела. Дядь Муса что-то завел. Походу, его хотят ставить уже. Позвонили? Какой ряд? Друзья, я на складе. Движняк. Друзья, вот выгружают мой лук. Привезли. Фирма Ярче. Первый раз внутри. Без маски вход запрещен. Здесь вообще снимать запрещено. Вот эти склады какие. Друзья, в общем, там у меня потолок, в потолке 2-3 стойки, они оборвались и упали, получается, и мешали выгрузке. Я пошел, привязал их и все. Сразу меня предупредили, что снимать запрещено, но я снял для вас видеоролик, как внутри там. Первый раз я вовнутрь зашел, склад Ярче.
Ну там все как обычно, как на складе. Ничего такого. Не знаю, почему снимать запрещено. А так вот. Стоит наша ласточка. Вот дядь Муса. Дядь Мусу поставили. Что-то оказывается, сперва надо мою машину выгрузить. Пока заказ на мою машину. Дядь Мусу пока на стоянку поставили. Друзья, нас обеих выгрузили. Дядь Муса выгрузили, меня выгрузили. Вчера меня выгрузили до 3 часов ночи. В 3 часа я поставил на стоянку. Потом сразу же поставили дядю Мусая. Вот дядю Мусая выгрузили сегодня. Сейчас уже 12 часов дня. Уже обед, можно сказать. Вот такие дела. Сейчас дядя Муса ждет документы. Вот акт об установленном расположении. Вот. То, что документ удостоверяющий, что ну, выгрузили все нормально. Что они приняли груз. Потом будем выезжать. Все хорошо. Погода такая прохладная. У меня тут градусник не работает. Не знаю, сколько градусов надо. Я думаю, один градусник обычно взять и вот сюда как-нибудь сделать. Или вон туда, или вот сюда закрепить. Пускай будет, чтоб мы знали, какая погода. Друзья, снег идет. С первым снегом. Да, снег с дождем, друзья. Все, выехали, едем. Снег с дождем идет, друзья. Такие дела. Видите, вот. Все хорошо, едем потихонечку. Снежок, вот-вот уже снежок пошел. Все. Вот снег уже пошел, друзья, без дождя. С первым снегом, друзья. Желаю всем хорошего. Желаю, чтобы зима была хорошая, друзья. Сзади едет, все хорошо. Направляемся в сторону Томска. Выезжаем город Новосибирск. Сейчас вот здесь развилка будет, нам направо. На Кемерово, Томск. Где-то у меня поворотник не работает, наверное. Кто-то сломался. Опасно, друзья. Не желаю никому такого. Тем более в эту погоду. Ну и даже в хорошую погоду тоже не желаю.
сломались на дороге. А вообще даже лучше не ломайтесь. Все, друзья, едем. Друзья, проезжаем реку Обь. Что-то здесь воды мало. Мало вода, смотрите. Раньше вот такие островки здесь не были. Была поболее вода. Вон там, видите, друзья, лодки, отели. Курортная зона, в общем. Все здесь супер. Машково, сейчас здесь позавтракаем и поедем дальше. Время уже 16:26, так что уже это можно сказать, уже обедаем. Кафе Сагдиана. Все, друзья, пообедали, едем дальше. Вот они, наши ласточки стоят. Оу, салам алейкум. Салам алейкум, брат. Салам. Как дела? Нормально, нормально. Надо прямой эфир, что ли? Прямой эфир, Ютубу салам передает дальнобойщикам. Как, нормально приехал? Отстой делаешь, что ли? Нет, какой здесь, в России нет уже отстой. Салам алейкум. Нам, у нас только вперед. Куда едешь, Томск? Нет, Красноярск. А, груженный, да? Ну, пустые уже. Едем на Атакахту уже. Нерея края, а? Джахангир дюмен, Новосибирск 6 манат уже берерди. Олды, брат, без гетту, хейли йоллар, давай. Нет, гетту, да. Дюния, гюзелляри. Да, парышмелли, кафе. Встретил подписчика, друзья. Друзья, вот в России... Насчет дорог, друзья. Насчет дорог в России вообще красавчики. Вот эта дорога, вот поворот в сторону Томска, Юрга, была, ну, ее, получается, на ремонт закрыли. Сперва одну полосу закрыли, потом вторую по кускам. Вот так и сделали вот эту трассу. Буквально за месяц эту трассу построили, друзья. Я не знаю, вообще красавчики. Российским Росавтодор, российские дороги, кто делает, красавчики, молодцы. Очень быстро и очень хорошо делают дороги. Смотрите, обочина есть, широкий асфальт, как положено. Все, вот смотрите, знаки везде, разметка, все есть. Респект. Росавтодор, вам респект, красавчики. Все, едем, все нормально, все хорошо. Сейчас я вам продемонстрирую, друзья. Впереди вот у нас светофор и красный свет горит. Как в России строят дороги и не делают объезды. Ну, объезды здесь физически невозможно сделать, потому что в России почва, она мягкая очень. А вот так, например, через поле объезд сделать, это очень проблематично. Но, опять же, нам вот так еще лучше, чем ездить, например, по объездам. Это эти объезды, вот у нас в Казахстане вот дороги строят и делают вот такие объезды. Там эти объезды после дождей, там невозможно ехать. И пыльно, вообще даже если сухо, пыльно. Камни в колеса, камни прокалывают колеса, в общем, вот такие дела. Здесь на это... Здесь, друзья, вот видите, по-другому. Здесь стоят светофоры. Вот, например,
2 километра закрыли дорогу, и светофор стоит. Ну, в принципе, очень хорошо, друзья. Вот сейчас постоим. Сейчас я вам все продемонстрирую, как в России дороги строят. Сейчас светофор загорится зеленым, мы поедем. И эту дорогу очень быстро строят, друзья, потому что одну сторону оставляют, одну сторону делают, потом эту сторону закрывают, эту сторону открывают. Ну, вообще система вот такая, не знаю. В общем, система вот такая, друзья. Вот сейчас будем трогаться. Сейчас пока красный. Я вам хочу показать, как здесь строятся дороги. Ракурс я вам сейчас покажу. Шикарно было бы, просто потому что в объездах камни острые получаются, и ну, у нас в Казахстане почва она твердая, объезды там застрять мало где возможно. Нормальная такая дорога, ну просто камни режут баллоны, и если сухое время ехать, очень пыльно, салон пыль заходит, вся машина в пыли. Ну и после дождей, конечно же, там очень грязно. Машина сразу изменяет свой цвет, как говорится. И по времени теряешь. Из-за того, что заезжаешь в такие объезды, едешь тихо. Колеса, чтобы не прокололись. Ну, аккуратно едешь. Здесь тоже можно время потерять. Вот стоим 5 минут, 10 минут. Но как трогаемся и уже едем нормально. Друзья, вот наш брат Шадыман едет. Сейчас ночью плохо видно, но он вот едет. Сейчас с ним пообщаемся и поедем дальше. Мы уже в городе Томск. Вот он едет. У него мелочи нету. Мы разменяем ему крупные на мелочи. Здорово.
рисуют, нет? Можно, да. И нормально. Нормально. Салам алейкум, брат. Красавчик. Сейчас он здесь парканется. Все, пойдем к нему, друзья. Мы вот здесь стоим уже возле Томска. Город Томск, встречай. Все хорошо. Сейчас будем идти к нему. Друзья, приехали в Томск. Встретили опять братьев одинаково. Мы приехали, можно сказать. Вот Рамазан, брат. Салам алейкум, Рамазан. Алейкум, алейкум. Вот, салим, брат. Салам, дальнобойщики. Алейкум, ассалам. Кто в дороге, всем фарту, удачи, счастливой пути, ребята. Ах, кто удачи. Дома, хорошей кайфонии. Да, самое главное. Покайфуйте. Вот, друзья, мы в общем... Находимся. Да, мы в общем чай поставили. Сейчас макароны решили приготовить. По-флотски. Да, макароны по-флотски. Вот взяли такой соус крымский, томатный. Лаврово. Сейчас попробуем. Вот еще... Помидорчики. Да, томаты. Водку чили. Куда дел? Водку чили. Не, мы водку не пьем. Чили, помидоры, чили. Так, и огурчики взяли. Одну партию уже ушатали. Все, все хорошо. Как вы в Новосибирск приехали, да? Да, да. Вы сегодня приехали или вчера было? Сегодня сюда приехали. Сегодня приехали? А, да, вообще-то у нас же... 3 дня лежали в Новосибирске, я ворот ебал. Мы, короче, друзья, у нас между нами 50 километров было, оказывается. Они впереди ехали, мы сзади. Потом ты заблудился. Потом, друзья, я этот на Тойоту заехал, душ, муж туда-сюда, и потом сюда приехал. Такие дела. Дядя Муса сейчас на Тойоте спит. Он еще не знает, что я сюда приехал. Завтра проснется. Я охраннику сказал, что он ему сюда отправил. Письмо я зайду. Я же тебе сказал, письмо напишу, бобовый приклеил, скучал и все. Дядя Муса, я в этом, да, мостовой. Здесь будешь дружиться или там? Не знаю даже. Позвонил. Водолаз сюда, походу. Ты моряшка, я моряк. Не, друзья, такие майки рулят. Моряк. Чем рулят? Тело? Трасса. Капитан, мы два капитана. Вот. Трасса рулит. Да. Капитан черной жемчужины, да? Смотрели «Пираты Карибского моря»? Как с меня балерина. Вот, друзья, смотрите, уже движение пошло. Мультиварка работает, друзья. Видите, уже мы мясо жарили. Да, кстати, мы завтра, дай бог, все нормально будет. Как, ну... да, чиспус этот. Мясо возьмем и хотим мясо жарить. Зарежем лошадям. Козы-мазы. Кстати, мы еще этот... Тушенку покажи. Тушенку взяли же. Что за тушенка? Да. Канина, друзья. Канина? Да. Беда буду латунки. Вот огурчики, друзья. Это карне. Кори шотны. Друзья, в общем, огурчики взяли. Вот они. Фредлайнер был, да, наверное? А вот мышиный ежи. Красая бензин. А, Кенвард. Все, понял. Кенвард, да. Ну, кабина длинная. Да. Низкий, и низкий, да. Вот. Кенвард. Ну, и панель там у него, лобовой маленький, да? Минус панель как на тракторе. 55-60 градусов, говорит, ловил. Нет, они, да, они им это... Бак, обратка, головка начинает два раз крутится, потом в баке. Во, у меня тоже так. Или это зимой надо дизелить его. Абуни, бен арендая кушаю, он на нас с кем Гималая гидает. Я его продаю.
Хочешь, возьми. Лёх, не хочу. Гималая еди. Я её продам, другую возьму. Не хочу. А что ты вот так хочешь? Ну я её сделал же, как положено. Сейчас она готовая. Мне сейчас другая машина нужна для нового проекта. Чего за неё хочешь? Не знаю, договоримся. Договоримся? Ну примерно, да? Своё мнение скажи. Не знаю. Как не знаешь, что если раз его решил продать, ты-то знаешь, за сколько хочешь продать? Сейчас как раз будем видео потом, снимать, да, я потом скажу. Лучше скажи, пока не продаю. Человек. Не, я ее как можно? Можно, если кто-то хорошую. Машку заляжешь. Нет, нет, кто-то, если хорошую цену даст, я-то не продаю. Если кто-то хорошую цену даст, я подумаю. Кто-то. Я такой вид, братан. Кто-то хочет подешевле урвать, кто-то хочет подороже продать. А кто покупает, он на хоть изначально свою цену озвучи, все. Да? Ух. Что-то... Так, голова им будешь садить? А? Значит, где-то 6 тысяч долларов будешь. Такая корейская только у этого. Такая корова самому нужна, да? Yok ulan bunu satma, bunu Gimalaylar üstüne bindim. Nereye bulurum atın kaprizini? Братан, я его не продаю, но я его, если кто-то хорошую цену даст, я подумаю. Это... Хороший деду, açma, 12 bin dolar, 10 bin dolar. Ne bileyim? Sen 20 bin'e mi başla? Друзья, в общем, добавили мы... Burada приготовился. Да, вот первый раз мы втроем вот готовим. Добавили, в общем, знаете... Томата, соуса вот такого. Потом добавили кетчупа шашлычного. Вот чем такого. Потом добавили тушенку, конину. Ну вот так вот у нас все получилось. Сейчас теперь включаем жарку и жарим. Она уже готовая, в принципе, просто пожарим. Да, кстати, еще этот. Помидоры тоже добавили. Они как бы... Как они называются? Чили. Нет, они... Маринованные, да. Маринованные помидоры тоже добавили. Сейчас посмотрим, что получится из этого. Первое наше блюдо, можно сказать. Ну, такое.